закапываете люки, ребята! Близится страшная, давно предсказанная буря столетия. Чертовски мощный шторм. Убедитесь, что у вас хватает припасов. Мои верные слушатели уже запаслись джерками Джеймсона. С ними можно пережить даже ядерный коллапс. А вот если вы хотели сходить с родителями в церковь Святой Троицы, у меня для вас плохие новости. Эта местная достопримечательность частично разрушена после очередного поединка Человека-паука и Умельца. Ну что ж, мы продолжаем, друзья. Всем привет. Вы на канале Чока, и мы продолжаем прохождение нашего Человека-паука Майлз Моралес. Сейчас неизвестно. Но это не так важно по сравнению с щедрым предложением Робсона полностью оплатить восстановление церкви. Хотя оно произошло и не по его вине. Вот такое самопожертвование нам и нужно в это время года. Робсон теперь в моем списке тех, кто вел себя хорошо. Угадайте с трех раз, кто в списке ведущих себя плохо. Начинается на человек и кончается на паук. Давайте разберемся с этими ублюдками. Человек-паук, гоните его отсюда! Извините, люди-пауки не одобряют незаконную продажу оружия. Ну, держись! Позвольте мне помочь вам. Пора умирать, паук! Пойдем! Держись от меня подальше, клоун! Защищаем район от оружия Роксона! Это хорошо. Все в порядке. Вот и ганки. Я нашел склад Хилл в научном центре Аскорпа. Он закрыт на реконструкцию. О, боже! Наш преобразователь энергии, победивший на школьном конкурсе! Так вот, как она хочет дестабилизировать Нуформ и взорвать Роксон Плазу! Ого! Она выбрала его, чтобы тебя отомстить? Вполне возможно. Спасибо, ганки. Это мой долг. Кстати, пора помогать твоей маме с эвакуацией. Пока. Давай, я погнал на задание. Научный центр Аскорб. Лина должна понять, что будет, если она пойдет до конца. А если она не послушает, я заберу Нуформ. Уничтожу, если потребуется. Так, это недалеко, поэтому погнали. Надо заканчивать с ней. Класс. Давай. Мысли. Прости меня, племянник. Ах ты ублюдок. Я тебя обратно не пущу. Кригеры умелец поубивают друг друга. А когда пыль уляжется, снова станешь паучком. И что, мне просто прятаться тут? Ха. Я не могу решать, когда быть человеком-пауком. Я должен остановить Фину. Нет, ты должен выжить. Я пытаюсь объяснить это, но ты не слушаешь. Если ты хочешь, чтобы я выжил, зачем сдал меня Кригеру? Я не сдавал. Ага. Так и есть. Тебя не должны были поймать. Кригер обманул меня. Ты хотел вернуться в семью. И это лучшее, что ты придумал? Я спас твою жизнь. Ты бросил меня в клетку.
чтобы защитить. Думаешь, это защита? Черт, Майлз! Я не хочу потерять еще и тебя! А я не позволю, чтобы вместо меня умирали другие. Ты меня недооценил. Майлз, нет! Не спорь со мной! Я не хочу этого, но не могу оставаться здесь! Тогда я сделаю то, что должен! Спасу тебя! Технология маскировки! Надо ее снять! Дело вообще не во мне, а в тебе! Ты боишься! Не переводи все на меня! Когда ты уже поймешь, что я должен защищать этот город? Когда до тебя дойдет, что мертвый ты никому не поможешь! Подходить к этому щиту. Если бы мой отец нас видел, он бы понял, что я должен защитить тебя. Я должен его как-то обхитрить. Надо найти его. Ударю биоэнергией. Воу! А я пытаюсь защитить всех остальных. Ого. Ты не понимаешь! Ты всегда сражался только за себя! Может, потому-то я и жив! Блядь! Блин, ну чертов ты. Гад. Думаешь, тебе по зубам умереть для Роксом? Это не так. Я должен попробовать. Ты не знаешь, насколько страшен мир.
только за себя! Может, потому-то я и жив! Вот так вот, блядь. Получи. Бросаться на тех, кто тебе не по зубам. Знаешь, кто еще так делал? Не смей! Хочешь, чтобы мама и тебя похоронила? Я не позволю. Голограммы? Твои дружки из Роксона подарили? Я адаптирую! Тебе не угнаться! Не вставай! Да сволочь! А, так у меня же тоже есть камуфляж, да? А, так и голограммы есть. Ну что же, я глупенький, глупенький пейдер. Давай отомстим дядьке за это то, что он... Голограммы? Твои дружки из Роксона подарили! Я адаптирую! Тебе не угнаться! Ты наивный ребенок! Нет! Я парень, который знает, что люди на него рассчитывают! Ты не смиришься с тем, что я Человек-паук! Я должен рисковать! Вот именно! Я больше не дам своим родным гибнуть, играю в героя! Если так надо. Блять. Ух ты. Ничего, ничего. Давай, дядя. Да в смысле, я ему, блядь. Ну все, дядечка. Покеда. Я знаю, что подвел тебя. Разочаровал. Но мы все. Это не побировать мной. Драться со мной. Просто семьей быть недостаточно. Все может быть иначе. Зачем нам ненавидеть друг друга? Так было со мной и твоим отцом. И я больше не хочу. И я тоже. Но я не могу стать таким, как ты хочешь.
Не могу отвернуться, когда нужен людям. А я должен быть хорошим человеком. Ну что ж, друзья, всем спасибо, это была прекрасная серия, прекрасное прохождение, и мы отмудохали дядю. Показали, кто настоящий паучок. Дядя, мой дядя меня типа похитил и запер. Чего? Ты... Как настоящие ученые, это уже будет следующее прохождение, следующая миссия, друзья. В порядке, чел? Пришлось с ним драться. Всем спасибо, пока-пока, увидимся.